Хей-хей-хей, ну с вами Евангай, ребятушки, всем привет. И река Пехорочка рядом. Идем по фене, да, короче. По фене идем. Так, что у нас сегодня там? 2 марта. 2 марта 2023 год. Вот так вот будем, короче, дату говорить, потому что, блин, видосы, короче, заливаешь. Опубликовать не успеваешь. Даже видосы не успеваешь заливать. Не успеваешь все скидывать на комп. Все надо на комп скинуть, а там на монтажку скинуть. А что-то хотя бы склеить так чисто. Чисто для себя хотя бы склеить. Вот, короче. Когда там будет следующий ивент глобалки, напишите в комментариях. Когда будет следующая ГК? Сегодня 2 марта. Надо будет сегодня у клана, короче, спросить. У главнокомандующего спросить надо будет сегодня. Или завтра, когда там следующий глобалка. Что-то говорят, через неделю. Вроде бы после окончания этой. Ну, не знаю, то есть получается числа 7-8, наверное. Или 10 марта. Ну, примерно, да, так? Не знаю, надо будет на следующую глобалку, надо будет попросить его, чтобы это поучаствовать. Мне нужна хотя бы какая-нибудь техника. Нужно будет собрать очки, желательно до 1000 очков. Я там что-то 500 очков, что ли, собрал, 580, около 600 очков. Это маловато, надо 1000 минимум очков, или 1200. Вот, короче, очков собрать. И это, как его... Ну, там, эти очки можно будет потратить много на чё, конечно. Вот, и это как его. Надо будет танчик какой-нибудь выиграть. Хотя бы что-нибудь, но выиграть надо будет. Хотя бы, там, М60-го, не знаю. Или 113-го. Или М60, или М113-й. Китаец 113-й. Хоть что-то, но танчик надо будет выбить в следующем. Посмотрим, что в следующей глобалке будет. Надо будет, короче, взять танчик. Вот. Либо я буду уходить из этого клана. То есть зашел в клан с условием, что я буду ГК катать. Я буду как глобалку катать. Если мне будут давать, не будут мешать. Если капитан, короче, будет смотреть этот видос, да? Сразу говорю, я буду стримить. Я заходил со словом, что я буду стримить. И я буду стримить. Что-то он там сказал, что задержка типа 5 минут должна быть. Могу сделать задержку 5 минут без проблем. Если тебе это так важно, могу сделать задержку. Как бы пофигу. Нету такого онлайна, да? Чтобы мне делать задержку 5 минут. Если там 1-2 человека, может быть, из клана там посмотрят и скажут, типа, вот у него задержки или нет. И что такого? Что такого? Нет, задержки дальше что? Профессиональные кланы не будут смотреть. А всякие неудачники, боты, дебилоиды, им достаточно будет и 30 секунд задержки. Вот. Чтобы отвлекаться на это все. А то, что раскатки там, кто прочее, за 30 секунд, даже если задержка будет, этого вполне достаточно, чтобы дезориентировать их. Плюс еще качество картинки. Вот. Качество звука записи тоже. Можно будет рассинхрон делать. Просто да и все. Нет такого онлайна, чтобы этим всем заморачиваться. И чтобы делать задержку аж прям в 5 минут. Но я могу поставить. А у меня без проблем. Но если было бы онлайн там, блин, реально, тогда бы я бы сам бы переживал и делал бы задержку. Ну, я знаю просто, кто это говорит. Кто хочет, чтобы меня из кланов выкидывали. Это все, YouTube канал Релекс. Как он это делает? Просто заходит в кланы, где набор ведется. И начинает флудить
говорит, что я типа мешаю кланам играть, типа то все, типа кикните его из клана, типа то все, типа, ну короче, сделает все возможное, чтобы капитан клана и сам клан, короче, дезориентировать, чтобы якобы меня выставить виновником, чтобы это меня выкинули из клана. Но на самом деле такие кланы делают большую ошибку. То есть они помогают вот этой вот черту бегать на свободе, вот этому черту бегать на свободе. То есть сами эти кланы, которые ведутся на уловки, их дезориентируют, обманывают, они ведутся на это все. Говорит о том, что они ради какой-то там херни готовы все что угодно продать. Это продажные кланы. M&M's, вот этот клан, который выкинул меня, бабу, короче, там капитан, продажная. Сразу видно по ней было. Ее дезориентировали, наебали ее и все. Все в этом духе. Поэтому с такими кланами даже связываться не хочется. Если вы дебил, пидорас, сразу говорю, блядь, капитан, напиши мне, что ты дебил и пидорас, что ты конченый. Как вот этот Сибирдом клан, блядь. Типа, блядь, я хуёво играю, нахуй, блядь. Но у тебя больше полкоманды, нахуй, больше полклана, нахуй. Хуёво играет. Это, блядь, еще мягко сказано, хуёво. Драйвер, блядь. Сука, блядь, не переустанавливает свой драйвер, нахуй. Ни микрофона, ни хуефона, блядь. Ничего нету. Вот, блядь. С нулем постоянно. А ты раз-два, блядь, слился с нулем, все, блядь. Явно, блядь, ему заплатили, сука. Это конченое говно, блядь. Украинская, блядь, пидрасня. Волосатая хуйня. Украинец, блядь, волосатый, сука. Блядь, не хотелось этого говорить, но, блядь, что поделать. Он кикнул меня из клана, блядь, кикнул. Сожалел об этом, я думаю, сожалел. Наебали его, наебали его. Блядь, держался до последнего. Молодец, Дима. Держался, держался, и в итоге его все-таки, блядь, наебали. Блядь. Как-то раз он там сказал, что его просят, чтобы, ну, меня типа кикнули. Вот. Ну, я чё, блядь, я чё. Ну, просят, пусть просят, типа. Хочешь, кикай, как бы. Против системы я не иду. Типа, нахера. Ну, если подсознание капитана, блядь, такая хуйня. Чё делать? Нахуя. Там против системы идти. Пусть будет так лучше, чем никак вообще, как говорится. Вот одна. Это предыстория была, короче.